Всем привет, с вами Доктор Парадокс. Мы продолжаем играть в Estranged Act 1. В прошлой серии мы потерпели кораблекрушение и попали на этот остров, на котором все не так, чтобы очень хорошо, а точнее все очень плохо. Здесь какие-то зомби водятся. Мы встретили чувака Джона Дэрила, который передавал сообщение, кстати, на корабль сначала. Он тоже говорил, что здесь какие-то существа везде непонятные. И он послал нас, короче, идти в Энтвард, откуда исходит... Ну, то есть откуда, короче, блокируют... Блокируют, короче, передачу сигналов с острова. Какая-то компания. Короче говоря, я вообще нифига не понимаю, что здесь происходит. Но давайте разбираться. Еще герой какой-то, Гордон Фриман, ничего не говорит. Да, и кстати, вот в конце прошлой серии мы слышали звуки рычания вот из этой стены. Поэтому сейчас приготовьтесь пугаться. Темно, так еще капец. Давайте фонарик включу. Ой, ой, твою мать. Где он? Блин, да выходи уже, ну. Вот бесит то, что еще вот если бы он сразу нормально выбежал, не так бы страшно было. Нет, он... Да блин, я не пойду туда, я хочу где свет, короче. Блин, ну просто я не могу тут идти. Нам, судя по всему, туда нужно. Здесь же зомби рычал. Где он сейчас? Ой-ой-ой, что я сделал? Так, блин, упоротый колесик у меня. Батарейки для фонарика, видимо, нашли. Так, что делать-то надо? Главное, питание. Короче, нам, судя по всему, туда придется идти. Что-то там искать. Блин, как неохота, а. Как стрёмно, а, туда идти. Выбегай уже, ну. Я тебя застрелю и все. Дело с концом. Его нету здесь. А кто рычал-то?
Так. Куда идти нам? Хотя бы поспокойнее стало, что здесь точно никого нету теперь. То есть получается, нужно найти вот этот вот переключатель. А, вот же он, да господи. Я как обычно, блин. Себя под носом прямо не замечаю. Вот, отлично. Блин, почему я сразу не заметил? При свете бы там ходили уже. Так, и так. Хорошо. Но сейчас, мне кажется, зомби появится. Нет? Так, мы поезд открыли. Так, а мы не можем на поезде доехать просто. А, да, смотри. Отлично. Офигенно, на поезде едем прям. Окей. Пофиг на ворота. Видимо, приехали. Хорошо. Где вход-то? Так, есть кто-нибудь? Ой, мужик. О, твою мать! О, сдохни! А, твою мать! Да сдохни ты! О, бля! Ты еще шевелишься? Подожди, это здесь, что ли? Они здесь, капец. У меня патронов 8 всего, что делать-то? Так. А, вот, отлично. Бери. Что-то меня эти зомби как-то пугают сильно. Я даже здесь промахивался из-за страха просто. Вот. Запаниковал так. Какая страшная кукла-то, ё-моё. Патронов больше нету. Этим рычагом мы что делаем? Так, ну идите сюда, давайте. Так, вот, смотрите, они в голову-то сразу с первого выстрела убиваются. Можно патроны так не тратить. Да, уйди ты от меня. Так. Отлично. Так, ладно. Более-менее привык я к ним. Теперь попадаю. Не паникую при их виде. Так, ой. Тихо.
Сталин. Один патрон остался, капец. В голову надо попасть. Надо в голову попасть. Отлично. Все, уезжаем нафиг. Что-то мне эти чуваки как-то напоминают. Они как будто из Стартрека, смотрите. Синие и золотые. Не знаю. Формы у них какие-то. Блин, ну если мне сейчас опять встретится зомби, то... будет очень плохо, потому что у меня патроны кончились. Кстати, нифига не в духе Montagu's Mount, где Рестер оказалась игра. Ой. Все-таки это... Ой-ой, мне придется идти через тоннель пешком. Что может быть лучше? Еще и без патронов. Ой, чувствую, весело будет. Ой, что? Что по... О, твою мать! Какого... Блин, я уже думал, меня все уже завалило. Окончательно. Интересно, можно как-нибудь по стелсу пройти? Вот этот вот товарищ... Комрад явно не мертв окончательно. Блин, а мне нужно туда. Мне кажется, он по-любому встанет, если я пройду рядом. Здесь у нас что? Здесь ничего. Блин. У меня патронов нету, господи. Ладно, давайте попробуем. Возможно, можно... по стелсу пройти. Так, тихо. Тихо. Мужик спа... Да, ё-моё, ну... Чё ты застрял? Тихо, мужик, спокойно. Спокойно, всё хорошо? Отлично, их можно по стелсу проходить. Так. Закроем дверь от греха подальше. Кто-то здесь кока-колу сильно пил. Сильно много. Да, вот, кстати, компания называется Арку, я вспомнил. Написано. Так, газета опять. Опять вестник Вентворта. Подождите. Это тот же самый выпуск. Зачем они повторяют-то? Так, кто там лежит? Лучше присяду. Блин, тишина такая, да?
она больше всего выводит из себя. Да нет, этот чувак, мне кажется, мертв окончательно. Ой. Ладно, не очень-то и страшно. Классический прием. Луна какая-то ненормальная здесь. Звони 911, чувак. Ой, 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 твою мать, что делать-то? Что? А, он еще кидается, смотри. Подожди, а может я в него кинусь? Так, ну давай не глюч. Оп. Так, что-то не очень действует. Бежим. О, бежим, 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 бежим. О, бежим, 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 блин. А, дверь откройся. Дверь закройся. Ой, еще один. Да вы что, издеваетесь? Так, ну от того мы оторвались, это радует. Очень, я говорил вам, будет очень весело без патронов. Да, блин. Так, оп! Я не знаю, я... Да, блин! Какая-то фигня по ней скользишь. Так. Люк, 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 открывайся быстрей. Я надеюсь, они не умеют дверь открывать. Так, о, патроны, 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 отлично. Так, ну ладно. Выходить, убивать я его не буду, если ворвется, то окей. Канализация, что ли? Я ненавижу канализацию. Честно. О, везде канализация. Что ж такое? В Call of Cthulhu, например, канализация была не очень. Здесь, я думаю, игра не сделает исключения. Патроны. Так, видимо, за стенкой, я что-то не понимаю. Так, а... А, вот, вот, вот. Я уж подумал, мы... В тупике. Ненавижу канализацию. Ой, какой теченец. Взрывоопасные бочки. Они нам, видимо, нужны, чтобы проход расчистить. Да. Прям с одного выстрела так взорвались. Патроны. Так. Мне кажется, вот эта дверь нам нужна, а там тогда что? Закрыт. Ай-яй-яй! Какого хрена? Я обратно хочу. Не хочу еще ниже. Да капец. Я тут дверь не проверил. Там, возможно, что-то полезное было. Например, батарейки, которые уже кончаются у нас. Давайте выключим фонарик. Блин, надо выбираться отсюда. Скорее. Ну, блин, я просто ненавижу канализацию. И вообще такие вот замкнутые пространства, тоннели, коридоры, ненавижу я. Вот. Х.
хорроры прививают такую боязнь. Не очень пока понимаю, что нужно делать. Так, ну еще тут не хватало вот так вот, чтобы все застряло. Отлично. Вы серьезно, что ли? А, вот. Я уже думал, что загружаться придется заново. Так, ну мне все-таки кажется, нужно вот коробку сюда подставить. Написано Do not block, но мы все-таки. Да, вот. Лежит кто-то этот пакетик опять. Так, ну хорошо. Что-то туда мне вообще не хочется идти. Здесь кто-то в вентиляции, что ли, сидел, кока-колу пил. Хорошо, втыкаем. Что сделали-то вообще? Газ откачали, что ли, как-то, или... Не знаю. Закрыто. Ну, блин, когда мы уже выберемся? Мы не так уже... не так уж и давно здесь находимся, но мне уже здесь просто чертило находиться. Так, вот лестница. Я не знаю, мне, кстати, напомнило это одну локацию из Mirror's Edge. Вот именно вот так же все было, вот по этим фигням надо было прыгать. Батарейки для фонарика бы найти, уже зарядка кончилась совсем. Ой, тихо. Вот! Блин. Надо там побыстрее проходить, а то как-то ненадежно.
Так. Оп-оп-оп. Паркур. Отлично. Что? Вот, вот! Твою бать! Я думал, его убивать нужно. Какого хрена? Are you awake yet? Hello? I'm talking to you. Yes, you. Gah, there we go. You feel all right? You sure? We wouldn't want you to get hurt again now, would we? So the question on my mind is, why is a fisherman all the way down here? Да я кораблекрушение потерпел. Don't worry. I took away your hardware. Far be it from me to question where you got it. You're quite the adventurer, aren't you? We've been tracking your movements ever since you entered the facility. Too bad you wasted your time. Speaking of time, my shift ended half an hour ago. So make yourself comfortable. You'll be dead by tomorrow anyway. Какого хрена, чувак? Я ничего здесь вообще не хотел. Я здесь сюда попал случайно. Я даже не понял, что здесь происходит. Ну да, мы молчаливые. Так, ну ладно, освобождаемся. Так, блин. Оп. Хорошо. Видеоприемник здесь у них. Давайте, знаете, на этом закончим серию. Я, кстати, вообще не засекал уже. Не знаю, сколько я снимаю. Совершенно вообще не представляю. Как-то забыл даже. Ну, кстати, все еще... какой-то, то есть в канализации все равно находимся. Они здесь базу устроили. Кто они, я вообще не представляю. Кто нас схватил? Короче, как бы то ни было, в следующей серии мы уже будем сбегать из плена. Всем спасибо, что смотрели. Всем удачи и пока.